Друзья, приветствую вас сегодня на своем канале. И в городе начали делать ямочный ремонт, потому что после зимы, соответственно, появилось очень много мелких ямок, ну и не только мелких, и крупных тоже. Вот такие вот ямочки. Вчера здесь буквально была куча ямок, а сегодня их уже нет. Все устранили, и это очень хорошо. Сегодня буду ехать по московской трассе, заодно посмотрим с вами, как происходят дела на строящейся больнице новой. Ну и посмотрим, как там дела с развязкой Таврида, на трассе Таврида. Такое насыщенное движение в сторону Джанкоя по московской трассе на выезде из Симферополя. Она уже скоро будет полностью готова, потому что уже идут отделочные работы внутри. Как бы там уже снаружи все готово. Осталось только сделать парк, сделать площадку. В общем, благоустроить инфраструктуру, высадить деревья. Это все будет готово к концу 2019 года. Друзья, у меня за спиной находится больница.